Всем привет! Я на остров приехала прогуляться. Жду доченьку, она сейчас подъедет, пойдем вместе с ней. Ну и вас берем с собой, конечно же. Сегодня тепло очень и ветра нет. Посмотрите, все деревья уже голые, ягоды только остались. Лизунька приехала, идем вместе. Видите, все уже тополя голые. Ну, везде все чистенько. Как хорошо, что сегодня ветра нет. Нагуляемся. Да, дочь? Простор. Смотрите, к какому мы озеру подошли. Здесь. Ой-ой-ой. Здесь вот такие лавочки стоят интересные. Женщина сидит, ногами болтает. Сейчас мы сюда тоже сядем. Утки здесь. Ну как, удобно или нет? Ой, блин. Чуть не сломал. Дочь, они какие-то движущиеся. Или это только подо мной движется? Слушай, в них сесть очень... А, они двигаются. Они как... Да? Я думала, это подо мной она зашевелилась. Они как будто это... Сцеплены между собой какими-то цепями. Она двигается вся под спиной. Ой, как клёво. Просто спину держит. Представляешь, мы даже не знали, что здесь есть такое место. А летом как хорошо здесь сидеть, загорать. Вода спокойная, теплая. Здесь, наверное, даже можно купаться. Ну, по крайней мере, нет... никаких табличек, что купаться запрещено. Может, искупнемся? А там какой-то понтон строят. Что это, интересно, будет? Ой, как тут у нас скоро будет красиво. Хорошо, сегодня такая тихая погода, ни ветерка, просто стоит воздух. Тепло, спокойно. Пенсионеры гуляют. Сегодня здесь одни пенсионеры. Ну, мало народу все равно. Все, насиделись. Надо почаще сюда приходить. Как тут хорошо, спокойно, тихо. Хотя вот сейчас, сегодня вторник, время сейчас, наверное, часов 12, может, полпервого. Да, больше, больше. Уже второй час. Второй час уже, да? Второй час. И народ ходит. Что-то ходит, бродит. Второй час. Ну, темнеет у нас часов в 5, наверное, начинает темнеть. В 6 уже у нас темно сейчас. Дело к зиме. Хорошо-то тут. А вот если перейти туда, на ту сторону, то там вообще тишина, народу нет. Надо нам как-нибудь туда сходить. А мы, наверное, сейчас и пойдем туда. Нет? В следующий раз пойдем туда. Ну давай пойдем тогда. На дорожку. Ага, вижу. Сухопутная. И сорока тут. Прилетели, что-то выискивают. Здорово. Привет. Привет. Да я не трогаю тебя. Трогаю зеленые. Открыли. Красавица. Такие прям. Ой, красиво. Смотрите, да. Здесь какие фонари. Вот просто вся аллея в таких фонарях. И фонари светят во все стороны. Наверное, здесь ночью красиво, вечером. И вот там фонари, и вот там вся аллейка. Ой, как здесь тихо. Что, пойдем на основную дорожку? На основную, а мы здесь выйдем, и здесь сейчас выйдем. А вот это все кусты облепихи. Здесь так много облепихи было осенью.
Ну, пенсионеры же сюда с ведрами приходят, с корзинками. Все обобрали. Вот это все облепиха. У меня даже есть где-то фотография. На фоне этой облепихи я фотографировалась. Вот там есть, по-моему, с ягодой дерево. Сосенки молоденькие. Ну точно, вот еще есть дерево с ягодой. Сейчас покажу. То ли похолодало, то ли посидели. Как-то прохладненько стало. Все в облепихе. Попробовать хоть одну ягодку. Они уже примерзли, что ли. Ой, а как их интересно? Ой, она вон. Грязно. Грязную ягоду ест. Ой, во. Ну, облепиха и облепиха. Ароматная, кислая. Вон и сколько. Как хорошо, что у нас в Красноярске есть такое место. Ну и таких мест немало. Ну вот Татыш, прямо он такой разнообразный. Тут и деревья, тут и водичка, тут и живность. Кормушка для птиц. Вот это вот не знаю, для чего такую построили крышу. Что тут происходит, какое действие или будет происходить. Деревья какие толстые. Просто вот на столбах крыша. И там все в фонарях. Может быть, для фотосессии по месту построили. Может быть, что-нибудь поставят. А тут огородили что-то сеткой, тоже будут строить. Так, мы решили пройти вот на эту пристань. Ну, я так понимаю, это какая-то пристань. Что это такое? Это вот недавно построили эти ступенечки, лестницу эту. Чтобы было удобно спускаться в воде. И вот с этой стороны тоже. Там ступеньки, а здесь для инвалидов просто такой спуск. Флаг с парусом. Вот это вот пристройка. А, точно, это горка. А я думала, что это такое? Посмотрим, что тут такое выстроили. Может, правильно потерял, да? Не знаю, может быть. Может, где там какая-то развлекуха, плавать на лодке? Это вот их недавно выстроили, еще все свеженькое. Ой, как тут хорошо. Ой, как качается. Качаются мосточки. Понтон такой. Он даже вот на пластиковых каких-то... Как их называют-то? Даже не знаю, как их назвать-то. Бочки, не бочки.
А, его еще не достроили. Здесь еще будут все застилать. Вот раньше мы могли на воду только с моста любоваться, а теперь вот прям спустились вы на воде. Ой, какая глубокая, да темная. Ой, там, смотрите, облепиха к воде спустилась. Все в облепихе. И тут кусты оранжевые, и там. Как хорошо здесь. Как хорошо. Вот это медакадемия наша. Смотрите, какие облака сегодня странные. Абсолютно равномерные. Вот так все небо затянуто. Хотя сегодня обещали солнечную погоду. Но вот эти облака все закрыли. Интересные, необычные. Я впервые вижу такие облака. Солнце хочет проглядывать через облака, но не получается. Это Енисей. Вот это уже Енисей. У тебя дома как зубы белые. Да. Одинаковые. Вот эти лавочки удобные очень. Прям удобные. Тут дворники уже вытащили. Вот так сметают. Мне кажется, эти микродульки такие неудобные. Лучше бы пылесосы были. Ну что, она где вычистил? Вот, вот смотри, Лиза, он только что там вычистил и опять туда же надул. Эти развалились, а он пойдет, что-то дунет, опять ходит. А утки же ржут. Ага, утки смеются над вами. Какой-то доставка деливера. Ну, правда, доставка. Какой-то фунтик, фунтик. Да-да-да. Так это тоже какой-то сборочный. Да. Сейчас мешки, наверное, будет вывозить. Хотя нет, чистенькая машинка. Правда? А вот лопатой он сейчас сгребает это все. Видимо, у каждого своя работа. Один дует, а двое сгребают. Ну, так сколько? Ну все, мы уже практически пришли в город. Заходим. Так, все, мы уже в городе. Мы уже в городе. Смотрите, проходим художественный музей имени Сурикова. И здесь
искусство Бурятии, живопись, ювелирное искусство, скульптура с 23 октября по 9 декабря. Ну, в принципе, можно будет сходить. Оп. Лиза отказывается пойти, ну, я с кем-нибудь схожу, может, с Олей сходим. Все, мы уже в городе. Направляемся в винный дом такими маленькими окошечками. В кафешку идем. Лиза угощает.